Прекрасна половина людства. Ми завжди турбуємося про свою красу. І саме сьогодні ми запросили в нашу студію Світлану Стартулат, косметолога, яка поділиться з нами секретами, як довше зберегти свою красу. Доброго ранку. Доброго раночка. Одразу хочеться запитати, з якого віку треба дівчатам починати доглядати за своєю шкірою? І, можливо, якісь є секретики там 20+, 30+ і далі? За кожей нашей необходимо наблюдать, начиная с момента полового созревания. Когда мы видим повышенное салоотделение, появление комедонов, и с этого момента уже необходимо родителям обратить внимание на своего подростка и повести его к специалисту. Для начала все-таки, я считаю, нужно привести к дерматологу, который посмотрит, даст правильную консультацию и назначит дальнейшие необходимые шаги, скажем. В рішенні цих вопросов. А як часто до вас приводять підлітків з проблемною шкірою і кажуть, що саме ви, саме косметолог може допомогти і які бувають методи? Такі, конечно, да, бувають такі случаї, коли приводять, но якщо це приходять подростки з большим количеством комедонов и воспаленных элементов, это когда больше 5-7 элементов на лице, то в таком случае их необходимо обязательно отправить к дерматологу. Mm-hmm. Все рекомендации, которые я могу дать им, это необходимый правильный домашний уход. То есть в первую очередь это очищение. Для подростков и вообще для любых, ну для всех нас, в первую очередь, это является очищение и домашний уход. Но после визита к дерматологу, обычно, когда они проходят лечение, назначенное дерматологом, они возвращаются к нам, тогда мы проводим чистки и даем рекомендации дальше по уходу. А якщо, наприклад, ну це ми поговорили про підлітків, а якщо, там, наприклад, приходять там жінки після 30, наприклад, і в них там, ну, вони кажуть, що це зовнішні прояви, але самі при тому знають, що це, можливо, харчування і так далі. Так. Чи консультуєте ви, чи поєднуєте ці, чи ви тільки займаєтесь суто зовні? Звісно, ні, ми консультуємо обов'язково, даємо рекомендації по питанню. Прислухаються? Сначала, да, наверное, первое время, а потом все равно, как бы, есть же у нас эти слабости, когда хочется чего-нибудь себе позволить. А у мене питання от таке більш сезонне. Зараз перехідний період від зими до весни, авітамінос. Як доглядати у цей період за нашою шкірою? Уделять внимание больше. То есть сейчас, когда была зима, скажем, да, с октября там, по март, мы... девушки там 25+ и дальше, да, могли бы провести ряд пилингов, да, то есть то, что как бы не касается таких инъекционных процедур, да, более лайтовых, скажем, мы можем проводить пилинги, это очищает нашу кожу, очищает наши поры, снимает роговевшие чешуйки, то есть есть разного назначения пилинги, да, с разными характеристиками, свойствами, это могут быть легкие лифтинг-эффекты, устранение мелких морщинок, и вообще это хорошо влияет на качество кожи. Сейчас, после зимы, и зимой вообще должны быть более плотные кремушки для, да, для поддержания как бы питания, кому увлажнение. Ну, зимой увлажнение как бы такое, но питать нужно хорошо, конечно. Дівчата, більшість дівчат, мабуть, користуються щодня величезною кількістю косметики. Да. Як доглядати от загалом за шкірою, дійсно, коли або робота вимагає такої величезної кількості цієї використання косметики? От. Смотрите, есть вообще такое обязательное правило, и вообще это 60% успеха, это то, что мы делаем дома, девочки. То есть дома мы, и в первую очередь, это должно быть очищение и правильный уход. Очищение, тонизация и увлажнение, либо питание. Это ежедневный уход, и он должен быть и утром, и вечером. В три этапа. Но если, как вы говорите, много косметики, то в первую очередь идет демакияж. Мы смываем это, допустим, мицеллярной водичкой. Убираем весь макияж, мейкап наш, и потом идет очищение гелем, либо пенкой по типу кожи, тонизация и увлажнение питания. Это ежедневно. И раз в неделю обязательно необходимо, конечно, проводить, ну, желательно, энзимные пилинги. Это ферментативные на основе фруктовых кислот. Раз в неделю мы нанесли энзимный пилинг, походили с ним 5-10 минут, смыли, нанесли масочку по типу кожи, і закрили кремушком. І кожа буде благодарна, все буде прекрасно. А як часто треба відвідувати косметолога? От людині, у якій, ну, от, в принципі, немає як таких дуже серйозних проблем зі шкірою. Там, Для профілактики. Так, так, так. От у профілактичних цілях. То есть вообще, как бы, есть ряд уходовых процедур, которые мы можем проводить раз в полгода, например, это может быть массаж лица, который приводит в тонус, да, улучшает кровообращение, опять же, работает с мимическими морщинками, с лифтингом, это первое. Второе, это те же пилинги, о которых мы говорили, они тоже проводятся раз в полгода курсом. Курс массажа – это 10-12 процедур с интервалом раз в 2 дня, ну, через день, либо, ну, там, в зависимости от типа лица, скажем, да.
Вот. И пилинги раз в полгода, это тоже от 4 там, до 6-8 процедур, в зависимости от пилинга тоже. Есть карбокситерапия, которая тоже хорошо работает на увлажнение, она снимает верхние чешуйки ороговевшие, то есть это то, что вот раз в полгода, да? Ну вот такие мероприятия, ряд таких мероприятий, их можно чередовать и таким образом как бы следить за собой у косметолога, то есть это то, что мы можем делать более активно в кабинете. Світлана, ви сказали стосовно масажу обличчя. Угу. Наскільки це ефективно, тому що зараз дуже часто звертаються до кардинальних, так, видів там, да, пластичні операції і так далі. Але багато косметологів зараз почали говорити саме про масажі. Вони якось подовжують нашу молодість? Конечно. Чи вони все-таки... Ні, вони продлівають на молодість, скажем, да, и я вам скажу, есть очень такие хорошие результаты и видимый эффект очень я наблюдала у девочек, которым мы делаем массаж, там та же межбровная складочка, да, она разравнивается, если ты делаешь регулярно, и не только как бы раз в полгода, когда сам массаж дома производишь, то реально оно разглаживается, просто этому нужно уделять внимание и времени. Хочется також запитати за чоловіків, як часто до вас приходять чоловіки, і що вони просять, так само чистки, чи все-таки є якісь, да, ексклюзивні замовлення по зовнішності? Мужчины сейчас делают чистки, тоже им предлагаешь пилинги, они соглашаются, они тоже хотят быть свежими. Вот. И они делают массажи. Ну просто раньше якось чоловіки, да, соромились цього. Да, зараз, да, змінилась, да, ситуація? Да, змінилась, так, так. Багато у вас, так, чоловіків? Не очень много, но есть. Есть. Угу. Не буду говорить, что много, но есть. И при том возраст, я скажу, 18 и там 55. Вот такой диапазон. Крім того, що ви косметолог, ви ще знаєте, що таке лазерна епіляція. Да. Хотілося б запитати, наскільки це ефективно, угу, наскільки це шкідливо і кому, угу, кардинально не можна цього робити? Насколько это эффективно? Это максимально эффективно сейчас. То есть это лучшее средство, которое борется с нежелательным волосом. Угу. Наиболее эффективно работает, конечно, на темный волос, в котором есть больше пигмента. Лазер воздействует именно на пигмент. Он разрушает фолликул, и таким образом этот волосик устраняется, скажем. Да? Кому нельзя делать? Нельзя делать в первую очередь, конечно, онкобольным, либо постонко. Ну, почему тоже? Это просто они недоисследованы, скажем так. Но никто не будет с такой проблемой идти удалять волосы. Ну, звичайно, так. Не до этого. Вот. Беременным не рекомендуется не потому, что это вредно, а потому что, во-первых, там идет гормональная перестройка, то есть неизвестно. То есть мы можем удалять... Болевой порог может быть, так? Болевой порог может быть другой. Плюс волосы все равно могут расти, потому что гормональный сбой. То есть мы будем удалять, они все равно будут расти. Mm-hmm. То есть особо бессмысленно. Плюс зачем еще перегружать организм? То есть это лучше это уже сделать после беременности, и лучше это сделать даже через 18 месяцев после того, как ребеночка... Ну, пока відновиться организм, да, обновится гормональный фон, и тогда можно будет приступать уже к удалению волос. Ну, просто багато жінок ходять на різні способи видалення волосся, так? Да. І наскільки я розумію, що лазерна епіляція, вона не така болісна. Так, да, зараз вона вже не така болезненна, як це було раніше, за счет того, що маніпула йде зараз з охлаждением. Да. Вот, і поэтому процедура достаточно комфортна. Якщо уж очень такой болевой порог у клієнта, то ми можемо применять креми обезболивающие. Ми поговорили з приводу, наскільки болюча, а щодо ефективності, якщо, угу, поставити в один ряд лазерну епіляцію, шугарінг, угу, ну і там різні види інші депіляції, угу, яка найефективніша все ж таки? Сейчас, на сьогоднішній момент, найбільш ефективним средством є діодний лазер. Тобто діодний лазер, він лучше всього бореться з удаленням волос. Наскільки ефект? Тривалый. Эффект, вообще по классике считается, что эффекта хватает от 8 месяцев до 2 лет. Но каждые полгода нужно приходить на одну поддерживающую процедуру. То есть, когда вы прошли целый курс, это 6, 8, ну 10 процедур, как правило. Но опять же, все зависит от гормонального фона вашего, от стрессовой обстановки, в которой вы пребываете. Вот, поэтому все индивидуально. Но в целом, в среднем, скажем, это 8 раз. 8 раз мы сделали, это приблизительно 8 месяцев, 8-10 месяцев. После этого вы живете без волос, без вросших волос, без раздражений. Вот. И раз в полгода вы приходите на одну такую процедуру для поддержания, потому что у нас в активной фазе находится процентов 20 фолликулов. То есть 20% волос у нас в активной фазе, и мы их устраняем. В процессе удаления вот этих 8-10 месяцев как бы еще просыпаются спящие, но все равно как бы не все. Какие-то где-то там остаются, и они вот через полгода могут где-то проявиться. Но в любом случае, после того, как мы приступаем к курсу лазерного удаления волос,
то волос уже растет медленнее, он растет реже, он растет мягче, все равно он другой. И я вам скажу, у меня в практике был такой тоже опыт, очень яркий просто. Девочка пришла, у нее в зоне бикини было очень большое количество вросших волос, и ну, это было очень некрасиво, ужасно. И буквально через 3 процедуры у нее просто была идеальная кожа. Некрасиво, але и дискомфортно, наверное. Дискомфортно, и ей это некомфортно. То есть это очень как бы... А после процедуры, то есть она когда увидела этот результат, она была в восторге, конечно. И хочется еще запитати, вы, как людина, яка працює в сфері обслуговування, напевно, спілкується з клієнтами як психолог. Чи не бувало такого, що от я психолог, я косметолог, роблю свою роботу і просто не хочеться спілкуватись? Тому що люди зазвичай приходять робити манікюр, приходять до косметолога і починають говорити. Наскільки вам легко це дається? І чи є клієнти, які, ну, не знаю, як це гарно сказати, дратують? Есть люди разные, конечно. Я вам скажу, в моей практике, наверное, мне повезло. То есть у меня приходят в основном очень приятные люди, мне с ними приятно общаться. Вот. И как-то, знаете, даже была тоже случай один. Девочка пришла, мы и делали чистку. Это, ну, это приблизительно около 2 часов времени. То есть ты 2 часа находишься с человеком в контакте прямом. Вот. И мы с ней поговорили. После процедуры она встала, говорит, боже, Света, говорит, слушай, говорит, я почувствовала, говорит, я очистилась, говорит, получила кучу, ну, как бы процедур, за которыми пришла, и еще, говорит, я побывала, говорит, у психолога. То есть она разгрузила где-то там, поделилась своими проблемами, мы о чем-то поговорили. Вот, то есть такое бывает. Но есть, конечно, люди, ну, таких было, ну, там, наверное, 1-2 максимум, которые с порога приходят, вот у них негатив какой-то с утра, да, уже она вся вот на взводе, уже ей там не так охранник что-то сказал, там ее заставили подняться пешком, ну, на второй этаж, и она уже вся никакая. Ну, вы знаете, в процессе процедуры, как правило, все равно люди где-то, когда ты не идешь у них на поводу, да, ты к ним все равно лоялен и расположен, то они меняют свою тактику общения, и где-то вот даже вот когда она уже встает после процедуры, уже уходить, и ты там, допустим, не хочешь ее, не предлагаешь ей записаться на следующий раз, она сама просит, говорит, а вы мне что, не запишете? Це приємно. Такое тоже бывало. Зараз уже весна, ми почали говорити зима, весна, перехід. Скоро вже літо, і зазвичай шкіра буде страждати, пересушена буде. Які рекомендації, як себе готувати протягом 3 місяців, щоб в літо війти з гарною шкірою? Можна зробити зараз увлажняючі пілінги, які, ну, а якщо, наприклад, не йти до косметолога, які домашні рекомендації, що дома робити? Уход, правильний уход домашній. Опять же, все, у нас, я ж говорю, 60%. Огірочки, це все вже не діє. Зараз така косметика, яка є, ну, активна, робоча, яку приміняється, я вважаю, що просто хороший, правильний, підобраний домашній уход. І буде все отлично. Увлажнення і очищення. Часто дівчата вдаються до народних методів догляду за собою. Наскільки це шкідливо і наскільки може бути корисно? Ці всі, не знаю, там огірочки на лице, можливо, якісь маски з алоє, медом, ну там, ну, знаєте, є можна, різні, конечно, варіації. Можна, звісно, навредити собі, звісно, да, різними средствами, але я не сторонник. Я вважаю все-таки, що зараз вже так все розвито настільки, що можна уйти від цього. Да, конечно, там маска из сметаны, да, она будет где-то отбеливать, но, девочки, это же все, ну, насколько. Точно так же и лимоном можно потереть лицо, да, но он уже пересушит кожу, тоже нужно аккуратно. А может еще будет какая-то аллергия? Аллергия, раздражение, зачем? А, до речи, до вас часто приходят с побочными реакциями от домашней косметики? Звичайно, або просто от какой-то косметики, чи доводится рятувати клиентов? Вот сейчас была девочка у меня вот буквально пару дней назад, она пришла с жутким высыпанием, но я на нее посмотрела, тоже говорю, ну, нам к дерматологу нужно сначала, в первую очередь, там, что очень много. Сняты. Да, на что она мне ответила, что дерматолог уже ее отправил ко мне на чистку. Я говорю, ну, если дерматолог отправил, давай, ну, как бы... Але якщо запалення шкіри відбувається, хіба можна робити? Нельзя, нельзя. Нет, ну, там было немного, но, в общем, мы почистили. У нее, я так думаю, что она немножечко, может быть, слукавила, потому что было очень много комедонов закрытых, вот. Поэтому мы это все очистили, закрыли пилингом. И, ну, вот пока вот она у меня лежала, я ее оставила минут на 20, говорю, полежать, чтобы все это успокоилось, она встала, была очень довольна результатом. То есть оно уже все начало стухать прямо на глазах. Ну, у вас, насправді, місія робити красу і допомагати людям. Наскільки ви вже живете цим і наскільки влились в цей процес? І що б ви хотіли рекомендувати людям, які тільки починають працювати в косметології? Знаєте, от уже був момент такий, коли проходила обучення. Во-первых, це треба спробувати. Це треба обов'язково спробувати, якщо це твое, то тогда я считаю, что если, ну, тебе это нравится, то все будет хорошо. Но это будет идти, скажем, с развитием, да.
доставлять удовольствие. Потому что была ситуация, девочка на обучении пришла, и вот на практике она, значит, когда там дошли до той же чистки, да, она встала и вышла. То есть она оплатила обучение, все как бы там, ну, к примеру, да. Но она сказала, я не могу этого делать, потому что мне неприятно касаться чужого лица. Вот, ну, угу. Вот и все, как бы, то есть на этом и стоп сразу. Треба цим жити, да, и этим нужно жить, это должно нравиться. Во-первых, нравится еще что? То, что ты получаешь вот обратную связь, вот этот вот позитив, да, ну, благодарность, которую вот люди как бы тебе преподносят, скажем, да. Выражают, да? Да, выражают. То тебе очень приятно, и вот как бы вот, вот этот позитив, он и делает свое дело. Дякуємо вам. Розкрили трошечки секретики, як правильно і як довше виглядати красиво. І нагадаю, що в нашій студії була Світлана Стратулат, косметолог. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я впевнена, що вам було цікаво. І власне, підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити ще багато корисної інформації для кожного з вас. А я нагадаю, що на YouTube-каналі є дзвіночок, який допоможе вам орієнтуватися в інформаційному просторі телеканалу «Правда тут». Тому що, як тільки ви натиснете цей дзвіночок, вам будуть приходити повідомлення, що з'явилось нове цікаве відео, яке вам точно варто подивитися. We'll be right back.